Всем привет, сегодня будет онлайн-торговля. Я вижу, вам понравилась данная рубрика. И сегодня будет особенное видео. Потому что, видите, у меня просадка на 80 тысяч рублей. Вот она. Немного позже я вам о ней расскажу. Здесь у нас отличный сигнал. Я планирую заключить одну серию. У нас отличная позиция. Видите, затухание у уровня поддержки. Как раз попал я на сигнал. Вот такой вот должен быть отскок. На 4 минуты. Ну вот и все. Здесь у нас бычий флаг. Почему на 4 минуты я заключил? Потому что вот, видите, у нас были предыдущие ситуации, и здесь опасно заключать на минутку, на две. Безумно нервничаю, потому что я неправильно поступил. Вот здесь этот сигнал. Видите, как я торгую аккуратно. И здесь на 100% сигнале у меня вот такая вот просадка. Так что будьте с этим аккуратны. В принципе, да, на минуту сделка бы зашла. Но здесь еще ничего не решено. Редко я попадаю в такие ситуации, но тоже попадаю. Из каждой ситуации вы должны извлекать пользу. Видите, что ничего стопроцентного не бывает. Бывают минусы. Две минутки было бы достаточно, видим, но... Вроде бы все идет отлично. Боже, ну куда ты идешь на последних-то секундах? Ого, вот это жестко, да? Фух. Отлично. Очень сильный уровень поддержки здесь. Очень-очень сильный. Видите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 касаний. Я рассчитывал, что цена пойдет выше. Фух, ну все отлично. Немного здесь я рискнул. Я никогда вот на такие суммы не вхожу. Давайте я сделаю по этой валютной паре прогноз. Вот так вот приблизительно должна пойти цена.
А пока ищем следующий сигнал. Так, смотрим, что у нас здесь. Видите, продолжается такая же ситуация. Вот, в принципе, как я и сказал, в этой точке произошел разворот. Можно было здесь зайти. Так, что у нас здесь? Есть небольшой уровень. Можем его протестировать на одной минуте. Итак, последний момент, сделки закрылись в минус. Но уровень, видите, по-прежнему держится. Немного нам здесь не повезло. Итак, я только что упустил отличную позицию для входа. Так, здесь у нас идет разворот тренда, почти треугольник. Вот здесь у нас может быть отличный сигнал. Нужна хорошая просадка. Вот, к уровню поддержки. Так, так, отлично. Так, а это мне уже не нравится. Итак, шикарно, все сделки закрываются в плюс. Сегодня просто очень, очень напряженная торговля. На этом я буду заканчивать. И знаете, что еще буду делать? Я буду закрывать этот аккаунт. Вот такая вот информация. Я буду отсюда выводить все деньги. Позже объясню, почему. Итак, перед тем, как вывести все деньги... Я хочу использовать все свои безрисковые сделки. Как я это делаю? Чтобы никогда не прогореть на безрисковых сделках, чтобы максимально их использовать, максимально с пользой, я буду заключать в две стороны. Тогда по-любому я буду в плюсе. Итак, погнали. Так. Погнали, здесь все просто. Так, со сделками на 500 рублей разобрались.
теперь на 1000. В принципе, я в хорошей позиции заключаю сделки. Те, что на понижении, я заключаю в верхних точках, а те, что на повышении, в нижних. Здесь даже все позиции у меня в плюс заходят. Смотрите, все позиции в плюс. Один возврат. Так, здесь два плюса, два минуса. Я, наверное, всю эту процедуру перемотаю. Зачем вам на это смотреть? Добью своих 2 ляма. И выведу деньги. Заключаю, видите, на максимальном проценте. Специально выбрал 2 валютные пары, чтобы извлечь максимальную пользу. Итак, все безрисковые сделки я использовал. Вот сегодняшняя торговля. Отличный сегодня получился день. Очень напряженный. Но 2 миллиона рублей я смог сделать. Это неудачные выходные. И все эти сделки вы у меня уже видели. Итак, получилось заработать 2 миллиона 36 тысяч рублей. Буду выводить эти деньги. Буду тестировать свою новую стратегию. Там дан упор не так на торговлю, как на психологию. Буду начинать, думаю, со 100 тысяч рублей. За 3 месяца я ее успешно протестировал на телефоне и успешно протестировал на других аккаунтах. Так что, думаю, можно вам ее показывать. Итак, на этом все. Дальше будет больше, все увидите сами. На этом буду заканчивать торговлю. Также мы сегодня отлично провели день в закрытой группе. Это открытая статистика в телеграм-канале, вторая ссылка в описании. Вы сможете всю эту статистику посмотреть. Статистика моих сигналов из закрытой группы. Итак, давайте я сразу выведу деньги. Здесь они уже сделали ограничение, можно выводить только по 1 миллиону. 2 заявки оставить нельзя, так что придется за 3 дня выводить деньги. Итак, на этом я с вами буду прощаться. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку, где я торгую с вами и даю сигналы каждый день. Первая ссылка в описании. Чтобы сюда попасть, достаточно написать сообщение сообщества «Прими в команду». Еще раз вам напоминаю, что вход абсолютно бесплатный и только через это сообщество. Если у вас кто-то просит деньги, значит это фейки. Я никогда ни у кого не прошу денег, запомните это, все абсолютно бесплатно. У меня одна оригинальная страница в Инсте и одна оригинальная страница в ВК. Все остальное везде развод. Так что будьте внимательны, все официальные страницы у меня в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачной торговли, пока.